Здорово, меня зовут Денчик. Помните видос, где я купил Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе? Нехило так, правда? Кто не смотрел, ссылочка есть на этот ролик в описании, гляньте и потом возвращайтесь к нам. Так вот, я купил Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе в одну команду. И я вам обещал, то что я выведу эту команду в финал Лиги Чемпионов. И как вы понимаете, раз я об этом говорю, значит я сделал это. Знаете, нравится мне команда Краснодар. Да и спонсоры у нее классные. Например, компания OneIS, где самые быстрые выплаты и самые большие коэффициенты. Вы помните, что этот парень одобряет. Ну а также по этому промокоду FLOMD Group вы можете получить до $100 при регистрации. Всю нужную информацию вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Регистрируйся и получай крутые бонусы. Неймар 92, Криштиану Роналду 90, Мбаппе 93, Месси 91. Это те ребята, которых мы с вами купили, прошел сезон, прошел еще один сезон. И сегодня у нас финал Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Но естественно я был бы не я, если бы Неймар, Мбаппе, Роналду и Месси играли бы без топовой поддержки. Кевин Де Брюйне 91, Нголо Канте 90, Канцело 87, Давид Алаба 86, Ляпорт 90, Серхио Рамос 84. Стоял бы, конечно, Ван Дайк 91, но он, к сожалению, на красной карточке. Ну и Эдерсон 90. Эта команда должна выносить любого. Ну а сегодня нам предстоит вынести Манчестер Юнайтед, хоть, конечно же, я питаю очень теплые чувства к этой команде. 6 минуток поиграем на легендарном против Манчестер Юнайтед. Посмотрим, что из себя представляет Манчестер Юнайтед, что за состав вышел в финал Лиги Чемпионов у них. И постараемся, естественно, забрать этот трофей FIFA 20. Сейчас я замолкаю и, наверное, пора нам насладиться этим зрелищем, финалом Лиги Чемпионов. Все ради этого кубка. Да хе в запасе, серьезно, на финал. Ну, честно говоря, составчик у них, наверное, не самый такой топовый. Вот у нас состав так состав. И матч начинается. Финал Лиги Чемпионов. Я, кстати, с компьютером здесь еще не играл. Первый удар Кевин Де Брюйне попадает в защитника. Можно попытаться навесить Де Брюйне, но нет, здесь вынос. Но еще один навесик и снова выносит защита. Но мне кажется, что у нас качество игроков прям в разы лучше, чем у соперника. И сейчас Неймарчик удар сходу и добиванием, бля, Мбаппе. Я ударил почему-то по Неночкой. Но еще один шанс Мбаппе, и здесь уже просто расстрел. 93 рейтинг Мбаппе не оставляет шансов никаких для Ромеро. Как-то очень просто все. Реально такое ощущение, что Манчестер Юнайтед сейчас нам не соперник. Хотя подождите, подождите, выход и пропускаем мы ближний угол. Добрый вечер, Эдерсон. Можно, конечно, предъявить претензии защите, но в целом Эдерсон должен был крыть ближний угол. И тут же сейчас наш ответ. Штрафной Мбаппе, дают ему по ногам, но ничего не видит судья. Ладно, совсем рано я похоронил что-то. Манчестер Юнайтед 2-1. Да как вы, блядь, пропускаете головой? Вы чё? Ну это капец, особенно учитывая то, что два игрока играло с этим нападающим. Все очень просто для нас началось, но по всей видимости просто для нас это не закончится. Но может быть сразу же, сейчас Криштиану Роналду с Мбаппе что-то придумают. МЮ сейчас, наверное, будет стараться не спешить на дальнюю штангу. Ах ты ж, зараза, Ромеро. Там был бы сейчас Кевин Де Брюйне один. Так, ну что-то сейчас грядет. Грядет сейчас снова гол в наши ворота, наверное. Неймар, надо убирать защитников. Хорошо, и передача туда, в центр. Ну, плохо, очень плохо. Еще и офсайд был у Мбаппе. Передача под Канте. Канте, удар, 2-2. Французская парочка сработала. Гол Канте и Мбаппе. А вот это уже Неймар. А Неймар ближний попробует, и там на рикошетах, может быть, на добивании получится. Это Кевин Де Брюйне. Никто не встречает, удар по воротам отбивает Ромеро. Ну, Манчестер Юнайтед, ну-ка, конечно, используют все свои моменты. Выпустим Зинченко на финал Лиги Чемпионов вместо Алабы. Ой, какая хорошая сейчас Кевин Де Брюйне сходу! Конечно, очень долго подбегал он к мячу. Если бы он подбежал быстрее, я бы дальше пробежал. Ну а так получилось работать по мячу. Хороший удар, но отбивает Ромеро. Вот сейчас Криштиану Роналду. Ой, закрыли. Второй тайм совсем не результативный, но сейчас Криштиану. Он делает счет, который нам нужен. 3-2. Казалось бы, рейтинг уже падает под 40 лет игроку, но нет. Он по-прежнему тащит команду. Сейчас самое главное не пустить. Зинченко отлично отыграл. Ну и угловой от компьютера это тоже опасно, потому что там полетит так, как он сам захочет. А тут МЮ сейчас начнет прессинговать и отдает передачу Сане. Дальше удар будет скоро, блестяще просто забивает Мата только из офсайда. Ну, здесь реально повезло, потому что так раскатал.
Ничего себе, он попал с фланга в перекладину так, что она отскакивает прямо на ногу сопернику. Это что сейчас было? Что за чит-код, комп, алло? Вот это сейчас надо аккуратно быть. Сейчас комп начинает прессинговать. Всю свою легендарность будет показывать. Реально, очень... Ой, блин, вообще просто невозможно остановить. Спасибо, спасибо, Кипа. Что, блин, происходит? Надо отбиться уже, выйти из обороны в атаку. Да, конечно, когда комп захочет, он делает все, что хочет со мной. Почему он так весь матч не играл, вообще непонятно. Но сейчас очень опасно каждая его атака. Нам, наверное, надо реально сейчас уйти просто в автобус и дожать это время, дожать эту победу. МЮ просто не на шутку рассердился, но сейчас мы попытались, конечно, провести атаку, но нас очень легко отняли. Зинченко назад на голкипера. Все, Зина становится победителем Лиги Чемпионов. Остается просто немножко дотерпеть. Может быть, даже и забить еще. Мбаппе супер просто убрал. Передача. И Неймарчик. Да бей! Че так долго? Пенка. Пенка на последних минутах финала Лиги Чемпионов. Пенка, которую бить я не умею. Почему сходу он не ударил, когда я нажал, я не понял, честно. Очень долго бил сейчас Неймар. Замены сейчас происходят у Манчестер Юнайтед последние. Ну да, да, да. Вы мне, конечно, показали, как бить. Только я все равно нихера не понял. Кстати, у Криштиану Роналду офигенный удар отбивает Ромеро. Офигенный в том плане, то, что у него не скачет эта стрелка туда-сюда. Очень уверенно он пробивает. Ну а у нас сейчас последний удар Мбаппе с таймфинишингом не получился. А на самом деле время-то еще есть у соперника. Но очень долго он выносит мяч. Сейчас надо выигрывать вверх. Судья свистит. Судья свистит. Это победа. Все болельщики ликуют. Потому что Манчестер Сити во главе со мной и во главе с нашей командой, которую мы купили, побеждает в финале Лиги Чемпионов. Давайте просто посмотрим на эти эмоции. Неймар не верит глазам. Наконец-то я перешел из ПСЖ и мы выиграли Лигу Чемпионов. Да еще и с Роналду, Месси и Мбаппе вместе. Ну что же, мы сделали это, мы победили в финале Лиги Чемпионов. Сейчас давайте посмотрим, что мы будем говорить на послематчевом интервью. Сегодняшний результат рушит ваши надежды на титул, что пошло не так. В смысле? В смысле у нас почти получилось, мы победили, алло, вы чё? Че за бред? То, что титул в чемпионате не получится, но блин, мы с вами выиграли финал Лиги Чемпионов, вы вообще о чем? Роналду, красавчик. А чемпионат мы закончили с равными очками, но Челси выше. Ну что ж, друзья, мы это сделали. Неймар, Роналду, Мбаппе, Месси, все вместе с Манчестер Сити взяли финал Лиги Чемпионов. Это было красиво, это было эмоционально, это было круто. Если вы хотите больше карьерки, а может быть даже и полноценный сезон по карьере, то давайте, ребята, ломайте кнопку лайков. 10 тысяч лайков, и на втором канале стабильно будет выходить карьерка. Как за игрока, так и за тренера, так еще мы что-то придумаем. На этом канале тоже будут видосы, где мы будем проверять различные приколюхи в карьере. Так что ломайте кнопку лайков, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. С вами был Денчик, скоро увидимся. Типы людей, одни готовы лгать, пускай в глазах пыль.